полное описание и точки выхода нового двухсерийного сериала «Одна ночь». Показ сериала состоится 12 апреля на ТВЦ. Дружбе флористки Маши и официантки Иры уже много лет. Главные героини неразлучны со школы. Несмотря на то, что очень разные по характеру и темпераменту. Как ни странно, этим симпатичным, умным и доброжелательным девушкам постоянно не везет в личной жизни. Скромная, тихая, совершенно несправедливо недооценившая себя Мария, то и дело сталкивается с одинаковой ситуацией. Очередной ухажер проводит с ней ночь, после чего куда-то испаряется. А вот бойкой, дерзкой и веселой Ирине почему-то страшно порвать с Толей. Вечно пьяным, ревнивым, скандальным, жестоким. Но как ни парадоксально, любимым. Однажды Маше пришлось спасать подружку от очередного нападения этого непредсказуемого дебошира. Закомплексованная флористка становится очевидицей гибели домашнего тирана в ходе возникшей потасовки. Через некоторое время на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, которое ведет следователь Прокофьев. Естественно, для детектива очевидно, что Ира основная подозреваемая. Неужели жертве домашнего насилия светит срок? Впрочем, в этой драматической истории появляются новые неожиданные повороты сюжета. Премьера сериала состоится 12 апреля на канале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.